Здравствуйте, сударыня, сударыня. Сегодня у нас на распаковке три товара с Алиэкспресс по цене 180 рублей. Итак, начнем. Первый — магнитная тура С, разъем гибкий для зарядки телефонов, смартфонов с туры С. То есть здесь 2 метра шнура. Разъемчик выполнен, так сказать, фирменном стиле, не просто с черной там какой-либо заливкой, а и черный, и вот здесь чувствуется вот переход на серый цвет. Что касается самой головки, здесь сейчас мы глянем, действительно тут 2 метра, как заявляет производитель. Сейчас я его растяну, посмотрим. Да, проверил, 2 метра, то есть, если у вас нет рулетки, вам один хай-флаг, полезный совет, лайфхак, в общем, как хотите это называть, то есть, слова премудрые, они мне не нравятся, их ненавижу, известно. В общем, полезный совет, как измерить длину. Вы знаете свой рост, а ваш рост, если неестественно, имеет определенную в системе значение, поэтому вытягиваем шнур, дотрагиваемся шнура до кончиком шнура до пола, а на второй кончик смотрим, выше вас или нет. Если он выше вас, то значит он больше, чем вы имеете рост в длину. Если ниже, значит меньше вашего роста. Все просто. В общем, так что мне здесь в этом понравилось. Так, это вот еще вот эта сама штучка, которая гнется у нас влево-вправо. И кроме того, он имеет трехамперный заряд на итог. Видите, да, вот эти штучки сейчас вам покажу. Сейчас для примера покажу другую, которая у меня есть, но которая также работает, но это работает быстрее, качественнее и держит ток. То есть, если у вас сам разъем грелся, то этот разъем греться не будет. Видите, у него вот здесь несколько таких вот контактных, вот этих вот контактов выходит, эти все контакты подпружиненные. То есть эту часть мы вставляем в телефон, в смартфон, а это у нас находится неподвижно дома на стационарном блоке. И когда мы подносим наш телефон к этому шнуру, он коннектится на магните, который здесь имеется. То есть вот эти штучки явно немножко подороже, чем 180 рублей. И тем более за 2 метра. Хочу сказать, вот что у меня было раньше. Ну, то есть оно было, оно есть, оно будет, оно сейчас есть. Здесь вот такой разъем. Так, вот такой. Он сам прям сам запрыгивает, смотрите. Сейчас покажу тот, который 3-амперный. Видите разницу? У правого, который красный, у него 2 контакта, это как бы форма окружности, и посередине пипка. И слева та же самая окружность, а внутри у нас 3, 4, 5, 6, 8 таких вступающих контактов. А на самой этой штучке, вот на этой штучке, у нее также имеются окружности, то есть это токовая шина, расположенная в форме окружности, которая соберет часть проходящего тока, за счет этого она и быстрее остывает, не успевает нагреваться, так скажем, если нагрелась, то она быстренько начинает остывать, чем одна шина. Так, ну это первый. Второй этап — это кусачки. Длина 125 мм. Кусачки, бокорезы для откусывания ножковых деталей, для ногтей. Качество у них, не знаю какое, они новые.
приятно держится в руке, поверхность шершавая. Обратите внимание, прекрасная поверхность, выскальзывать не будут, даже если у вас будут руки мокрые или со следами присутствия подсолнечного масла на них. И что нравится в них, это вот подпружиненность. То есть вот нажимаете на обратно, значит вот этой пружинки посерединке, она ручка обратно отталкивает. Так, что тут? Сейчас вот видите, да? Вот это вот трещинка, это не есть хорошо, это есть совсем нехорошо. Вот она. Трещинка. Но ручки добротные, они удобные, они скользят в руке. Это очень хорошо. Мне это нравится. Я думаю, понравится и вам. Так, что постричь сейчас не знаю. Нет, больше стричь-то нечего. Да, стрелок нормально. Тут углероды социальные, хорошие, как заявляет производитель. А вот эти штучки, вот, чтобы они ручку дальше не рвали, я думаю, что можно будет просто, да, не так уж и просто стянуть, но стянуть можно. Где они же бы сюда наставлены. Сейчас, секунду, вот смотрите. Все, можно будет просто их убрать и оставить. Потому что вот они производят натяжение ручки. Ручки, сами смотрите, они мягенькие. Вот эта металлическая часть, имеющая пружинную основу из углеродистой стали, тоже. Ну, пружины из углеродистой стали делают, которые держат загиб. И вот она у нас находилась в ручке. Вот мы сейчас вытащили. В принципе, она это дно работает, но немножко жестче, потому что вот этот металл, вот эта часть металлическая, которая трется вот об эту часть, а теперь об части ручки. Ручка имеет шершавость, это ощущается по ее работе. Поэтому мы ее просто соберем и пусть она лежит. Главное, чтобы эту форму не выкидывать, а иначе инструмент будет вот так, в таком раскоряченном виде находиться у нас среди других инструментов, что доставит нам немало хлопот, когда мы что-то будем вытаскивать. Так, ну а теперь третий инструмент, третью позицию нашего заказа. Третью вещь, которую мы заказали, почему три вещи? Можно и больше заказать, но минимум три вещи вы должны выбрать по цене 180 рублей для того, чтобы эти вещи вам достались по цене 180 рублей. В данном случае я еще заказал себе три такие сверла. Наборчика, такая сумочка. Сумочка. Я не буду говорить, там это Голливуд, Водевиль, или там это, короче, какая-то Оксфорд, Хи-Оксфорд, там как это называется. Не хочу ничего говорить. Вот даже наклеечка тут есть, смотрите. Маден. Чина. Так, сверла вот такие. Их три вида. То есть одно потоньше оно, сейчас скажу, на 4. Вот это 4-12. Самый низкий, самый маленький кончик от 4 до 12 рассверливает. Вот даже маркировочка есть. Я их еще не таскал, поэтому не рассмотрел. 4-12. Это одно сверло. Второе у нас сверло 4-12. Как-то странно, 4-12. Они нам положили 2 по 4-12. Не знаю. Так, ну это не должно быть 4-12, это явно должно быть больше. Так, а сколько здесь у нас тогда? 4-20.
Да, я сейчас глянул, тут у меня на компьютере открыта позиция вот этих вот трех отправлений, вернее, ну, отправление одно, ну, трех заказов. И здесь у нас получается, вот здесь не 3, ну, не 4.12, а 3.12. Это, вот это 4.12, а это у нас 4.20. То есть вот такие сверла хотел купить отдельно. Раньше была такая у меня задача. Ну, я так подумал, ну, желание было, зашел в магазин, цена что-то 300 там с копейками. За одно сверло мне нужно, думаю, если брать, только сразу же пачку на разные случаи, на разные моменты взять. То есть под разные отверстия, есть там до 30 даже сверла. Ну, каждый, если 300 рублей стоит, нужно взять там их 3 или 4 позиции. Что-то подумал я и решил отложить это дело. Ну, сегодня я уже... И этот момент, вот эта проблема, дилемма для себя решил. Поэтому теперь у вас есть также время. Вы также можете подумать и сделать для себя соответствующий вывод и выбрать то, что вам необходимо. Если вам ничего не необходимо, вы счастливый человек, я вас завидую. А если у вас чего-то не хватает, то я рекомендую срочно до Нового года приобрести эти товары. Только заранее почитайте отзывы, посмотрите, потому что я отзывы смотрел на каждый товар из этих. Так что на этом пока все. У нас еще есть куча других посылок любителей радиоэлектроники. Сидеть, те, кто любит сидеть с паяльником, вас ждут новые, так сказать, видео на нашем канале, потому что моими силами также были произведены еще тут куча модулей. Куча модулей, тут все тембр-блоки. Пассивный, один активный, другой пассивный тембр-блок. Этот вот пассивный, этот активный, вот этот. И блютусы. Также вы эти потом сможете посмотреть, как я их буду подключать, куда их буду использовать и какая у них отличительная особенность. Потому что, ну, так, конечно, все хорошо, когда вы с этим не столкнетесь. А когда вы включаете, там, какая-то женщина вам, ну, не вам, а просто там что-то там, как-то, ну, не знаю, впаривает чего-то на нерусском языке и произносит, и когда потом это каждый день по несколько раз вы включили-выключили, вам вот эта болтовня уже будет начинать надоедать. Так вот, здесь вот этой болтовни должно не быть. Я с этим поэтому и заказывал именно вот эти. Так, на этом все. Всего доброго. До встречи на нашем канале.